Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я вам покажу, как на устройстве Samsung Galaxy Tab 7 FE включить функцию отображения заряда батареи в процентах в строке состояния. Для начала переходим в настройки, затем в раздел уведомления, дополнительные параметры и находим здесь показать процент зарядки. Включаем данную функцию и можем теперь видеть наш процент заряда батареи здесь около значка батарейки. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.